Давайте, а вы не имеете права на свидание. Вы идите. Вы коллега, идите вот нашему священнику, священнослужителю. А вот он пусть придет сам. А почему он должен приходить? А почему мы должны уходить? А почему вы должны в Дом культуры идти? А мы почему вот должны уходить? В церковь, то идите, молитесь там. А мы пришли в Дом культуры. А зачем Дом культуры? Дом культуры — это не священное это не место. Это не ваша частная собственность. Вот когда будет ваша частная собственность, будете распоряжаться. Вот тогда я буду. Я получил приказ. Вас никого нет. Всяко у нас. Мы не можем никуда уйти без того, что помещен. Так, понимаете? Послушайте. Только вчера священник позвонил, что вы отказываете. Мы не людей не можем уже объявление. Подождите. Священнику вы сходили, нет, вот сюда вот. Я говорю, мы у него полчаса сидели с ним. Все, он благословил. Он сказал, никого. Я когда сказал-то? Вчера только сказал. Полторы недели нормально было. А почему не позвонили мне? А почему мы знали? Откуда знали? Почему не позвонили как мне? Как мы знать могли? Я вам телефон дал свой. Я еще раз говорю, он позвонил вчера только. Позвонил в час 28 минут. Так, вот туда идите, там уже. Так, это мы здесь встретим, здесь не подходим. Вы туда подходите. Здесь народ обманули. Вам нужны даже нету. Объявление с вашего разрешения мы везде вынесли. Вы меня обманули. Вы пришли, сказали, что вы этот христианского там самого. Да, православный. Он сказал, этот самый. Это говорит, не они. Это говорит, гони их отсюда. Да. Но он сказал, не они, гони, и что дальше? Все, я, значит, пускаю вас. Не пускай, так что сервер какой-то, святой пел, что ли. Я буду гнать. На каком основании вы будете нас знать? Так на каком основании вы знаете? Мы православные. А вы еще про веру не знаете. Фоп сказал, ату его, и ты просто как собаку кусать его. Вот еще, в уме или нет, мужик? Мы ничего не сделали. Как лоша дьявола. Мы православные. Лжецы. Так, давайте отсюда. Не надо гнать. Весь народ сюда приходит. Вся деревня оповещена. Да. Я сказал всем готов зайти сюда. Приглашаем на встречу. Никого мы не обидели. Нет, ну вас сюда не отстану. Вас не пускают сюда. Вас нельзя. Пускай дверь закрыта, мы не заходим. Чего вы охраняете-то? Так нет, вы понимаете, вы приехали сюда, вы сказали, вот вам телефон, вот это, в крайнем случае мы позвоним. Говорили, я вам сказал, что вы не православный, призовите его сюда. Вы все покрываете. Почему я-то должен звать? Вы зовите его. Кто? Ну вы его зовите, мне зачем? Мне сказали не пускать, я не пускаю. Мы с вами договорились. Ну я говорю, сказал, почему не позвонили мне? Зачем мне звонить, когда мы договорились, объявление висят, народ читает всю неделю. Вы еще умели, нет? Вы что, вы какого, вы это самое? Объявления висели по всей деревне. Ну что мне в объявлении вашей? Скажи, чтобы все сюда подошли. Нет, я поняла, вы о чем. Нет, мы никто не объявляет. Пойдемте, сестры. Куда пойдемте? Как у патриарха находитесь, Кириллом, когда вы к нему не относитесь? Вы что говорите? Да, никакой не верующий. Вы что, ребята, вы что говорите? Вы любого кусать. Какого вы патриарху Кириллу относитесь? Он христианской веры, православный. Да Кирилл, а ты не получил. А я у него библиотека. Путин получил, медведя. Да кого получил? Ой. Вы что ты говорите? Вы на меня верующим не были. А меня за веру сажали, я сидел. Православный христианин. У меня брат священник. А вы всякую лошадь представляете, греха не боитесь. Так. Подходите сюда. Ребята, я против вас ничего не имею. Но мне сказали, вас сюда не пускать. Да мы к вам и не просимся. Вы не лезем к вам. Вы временный, вас поставили, завтра уберут, и вам вспомнить нечего будет. Да, совершенно верно. Это для вас был самый благодатный день поколения. А Бог вас обманет, что он обещал вам завтра, ребята, вам еще дать не может. А вы дадите? Бог дает Царство Небесное. Вы дадите Царство Небесное? Бог дает Христос. Христа надо спать. Христиане горы носят, Христос бородой. А у меня же не помогает. Я предполагал, что он и мой дед с бабушкой. Понятно. А? Вот они, Христос. Ну, вас еще меня объявили. Мне сумки тоже везут.
позвонить.